Какое животное розовое? О, они тянут руки. Кого же, кого же, кого же? Давай ты, девочка. Корова. Ну какая же корова розовая? Кто будет списывать, кто заглядывает и дергает за косички? Девочка по центру. Свободно, вон из класса. Заодно и в туалет схожу, хорошо. Он взломал школьный компьютер. А ну к директору. Слушай, может спрей попробуем? А ну, вау! Огнетушитель! Не надо ломать компьютер, и мальчик. Покушай пенку с огнетушителя. Из комедии ТВ-шоу. Нет, это же клоунано. Ты чего? Это крестик. Я так перепугался, я аж крестик нарисовать не могу. Ой, девочка с мальчиком. А ну, девочка, в контач ему. А как за девочку ударить? Отправить к директору. Че, или сказать иди. К директору. О, нет, меня вызвали к директору. Остановите драку. Ребята, стоять бояться. Мальчик, ты зачем бил второго мальчика? Ай, блин, я его отпустил. Вот это я добрая учительница. Хулиган дрался, а я его отпустил. А там мальчик, что там в носу колупался, я к директору вызвал. Вот... Кто списывает? Найдите читеров. Ищем, 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 ищем. Где? Где он? Вон он! А как? А как? Как? Я его вижу! Как его запалить? Как выгнать? Пошел. Get out! Свободен! Не надо списывать у нас на контрольной. Так, на барабанах играют барабанными палочками. Молодец, это пятерка. Ресторан для игр. Нет, ресторан, чтобы похавать, садись, крестик. Виолин. Played with bow. Я не знаю, что такое виолин и не знаю, что такое bow. Поэтому на всякий случай крестик. Неправильно. Извините. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Мыслили учителям в новой школе. Всем привет, друзья! Рыжка Плей! Кого выберем, мальчика или девочку? Как ты думаешь? Ладно, учительница. Короче, друзья, обновленный симулятор школы. Она так обрадовалась, что мы ее выбрали, друзья. Наверное, что-то будет прикольное. Так, какое животное розовое? Они тянут руки. Кого же, кого же, кого же? Давай ты, девочка. Корова. Ну какая же корова розовая? Неправильно. А ну давай, кто? А ну давай ты, мальчик задней парты. А, это девочка. Фламинго, правильно. Друзья, мы здесь должны подтверждать, либо опровергать ихние высказывания. Что такое лол? А я не знаю, что такое лол. Лол — это смешно. Life old lives. Ну, наверное, правильно, подходит по аббревиатуре. Ты думаешь, нет? Да, нет, это было не так. Вот наша учительница. Неплохо. Вы из двух вопросов поставили оценку правильно только в одном. Понятно. Так, нажмите, чтобы начать. Cat. Да, это cat. Нас игра учит, как нам нужно ставить галочки, либо ставить крестики, если это неправильно. Друзья, ух, у меня и крестик, слушай. Elephant. Это слон. Это perfect marking. Прекрасно отмечено. Ура, правильно. Ну что, очкастый мальчик, кто у тебя? Кабеч — это капуста, а нарисована морковка. Неправильно. Это кар, машина, правильно. Бинс — это у нас бобы, фасоль, а это пицца, это крестик. Итак, ну, друзья, нам за правильные оценки здесь тоже с вами должны давать деньги. И на эти деньги мы, наверное, что-нибудь сможем себе купить. Здесь немножко другая система, чем в нашей игре Great Please. Это не овца, это лев. Это рыбка, это Эйфелева башня. Все правильно, друзья. Ставим галочки, девочка, молодец. Ой, у меня чуть разрыв сердца не случился. Ох, мы учительница, смотри, какая милаха. Нам дали $134, и мы можем пойти на них купить столовые булочки, наверное, друзья. Так, что мы в этой игре можем еще делать? Давайте смотреть, давайте знакомиться. Кому понравится эта игра, поставьте лайк, мы обязательно продолжим в нее играть. Что это такое? Так, ой, нам дали свисток. Зачем этот свисток? Наверное, чтобы хулиганов отгонять или акул. Так, у нас с вами есть кинотеатр. Обалдеть. У нас с вами есть обычный класс. Какой-то класс в столовой. Ребята, что делать? Наточите карандаши. Хорошо. Я уже наточил? Нет, не наточил. А ну еще надо. Карандаш закончился. И так и не наточился. Друзья, жесть, а как точить? Еще подточить? Так я ж тебя сточу. Нет, не наточен. Слушай, я не понимаю, как его точить. Лера, ты понимаешь? Вообще, как, сколько времени это надо... О! У меня получилось! Так, блин. Балди рукопопой наш. Балди у нас, друзья, женщина в этой серии.
проверьте, промониторьте холл, проверьте, что творится в холле. Привет, мальчик, как дела? Так, он все сделал правильно, посещал все уроки, короче, не баловался, не гулялся, не игрался. Все, молодец, можешь идти, let's go. Фух, слава богу, пронесло. Мы, короче, как учитель, шаримся по коридору и вылавливаем хулиганов, которые делают какую-нибудь даку. Она что-то рисовала на парте. Ага, нужно срочно сказать это директору. Send to principal. Отправить к директору. Че, или сказать иди. К директору. О, нет, меня вызвали к директору. Остановите драку. Ребята, стоять бояться. Мальчик, ты зачем бил второго мальчика? Ай, блин, я его отпустил. Вот это я добрая учительница. Хулиган дрался, а я его отпустил. А там мальчик, что там в носу колупался, я к директору вызвал. Вот это, друзья, я прикольно. Нарисуйте банана. Отлично, это банана. Молодец, женщина, девушка. Понятно. Какие-то у нас разновозрастные дети. Нарисуйте ананас. Отлично, это ананас. Так, мальчик, ура! Пока. Молодец, я художник. Давай, девочка, что у тебя? Тоже банан. А написано нарисовать грушу. А нарисовала банан. Садись, два. За художество родителей в школу. Пусть тебя учат учить. А, мы, короче, прям в коридоре преподаем. Друзья, мы молодцы. Мы выиграли 61 деньгу. Так, и нам дали костюм американского футболиста. Пока брать не будем, там надо рекламу смотреть. Так, погнали, следующая игра. Мы здесь открываем какие-то новые опции. И у нас с вами... Мы можем, короче, каким-то зрением пользоваться. Интересно, для чего? Так, поехали. Короче, это обычный класс. Здесь мы можем выбирать себе работу. Каким конкретно учителем мы будем. Мы можем быть в обычном классе, может быть в кинотеатром классе. И можем быть вот в таком. Где у нас обычные... Опять точилка карандашей. Лера, я не... О! У меня прям с первого раза. А ну второй. Не, неправильно, я чуть-чуть. О, да. Ребята, да я научился точить карандаши, друзья. К исходу первого дня работы Балди, он наконец-то научился точить в электроточилке карандаши. Здравствуй, девочка, что у тебя? Так, тромбон играется ртом. Тромбон is played with mouth. Не знаю. А, и надо было, да-да-да, да, это труба, это духовой инструмент, блин. Так, BRB, Real Beans, ну я не знаю, крестик давай, наверное. BRB, я не знаю, как это расшифровывается, поставим крестик. Libraries for books, да, это все правильно, библиотека для книг. В первом ошиблись только, друзья, про тромбон. Так, зубатый очкастый мальчик. BTV, Be the Wizards. Ну, не знаю, будь колдуном. Наверное, да. Нет, ты думаешь? Ну, посмотрим. Так, кино для книг. Нет, кино для кино. Так, и lamb is from свиней. Нет, lamb это с барашков и с овечек. Это мясо. Мы ставим крестик. Итак, друзья, ну что? Короче, мы много ошиблись, походу, да? Что у тебя, девочка? Так, на барабанах играют барабанными палочками. Молодец, это пятерка. Ресторан для игр. Нет, ресторан, чтобы похавать, садись, крестик. Виолин played with bow. Я не знаю, что такое виолин и не знаю, что такое bow. Поэтому на всякий случай крестик. Неправильно. Извините. Да. Ой, это не очень. Будь здоров, папа! Так. Бэдман. Да, Лера? Бэд. Будь здоров. Мы, короче, плохие учителя. Еще и чихаем на уроках. Представляешь? Так, найдите, кто списывает. Найдите читеров. Ищем. Где? Где он? Вон он! А как, Я его вижу, как его запалить? Как выгнать? Пошел. Get out! Свободен! Не надо списывать у нас на контрольной. Так, кто еще списывает? Давайте поищем. Гача! Попался красавчик на последней парте. И кто же третий у нас будет списывать на нашей контрольной? Девочка заглядывает. А, это мальчик. Очкастый, зубастый. До свидос. Все, друзья, мы поймали всех троих списывателей и нам дали с вами аж 140 денег. Здесь мы не знаем еще до конца, что мы можем делать за деньги, но, наверное, мы что-то можем покупать. Мы это обязательно с вами выясним. Так, у нас, нам предлагают новую работу. Да не знаю, это все за рекламу. О, спорт. А еще что есть? Ладно, спорт. Подожди. Непонятно. Это, наверное, вопросы касаемые зачем спорта. Зачем точить карандаши? Я так думаю, друзья. Зачем для спорта точить карандаши, мы не понимаем. Но, может быть, вопросы будут про спорт. То есть мы можем даже выбирать, друзья, рубрику, по какой у нас будут вопросы. Так, спросить класс. Наверное, про спорт. Сколько дырок в стандартном гольфовом курс? Я не знаю, что такое. Девочка, три. Я не знаю, сколько дырок. Ну, я не знаю. Давай, нет.
Правильно, нет, ага. Так, кого спросим? А ну давай, девочка 9. В красном. 9. Ну давай, пусть будет 9. Лера, я не знаю вообще, о чем вопрос. Чё? Неправильно. Так. Атлетическая прыжок с шестом. Как называется в атлетике, когда используют палку, чтобы прыгать через препятствие? Это прыжок с шестом. Полевольт. Это прыжок с шестом, как ты думаешь? Лера, я не понимаю вообще. Нет, господи. Мы плохо все, короче, ребята, мы в английском тупаки. Поэтому нас отправили в коридор. Ловить детишек, которые хулиганят. Мальчик, как дела, что делал? Он, короче... Играл в футбол и сломал на крыше что-то там. Понятно, к директору иди. Так, дерутся, а тут что? А что ты тут затеял, очкастый мальчик? Он взломал школьный компьютер. А ну к директору. Слушай, может спрей попробуем? А ну, вау! Огнетушитель! Не надо ломать компьютер, и мальчик. Покушай пенку с огнетушителя. Вкусная ням-нямка. Ему понравилось, он ушел домой. Прям с пенкой. Остановите драку. Ага, что тут еще? О, давай электрошокер. А ну, попадем ему куда? В пузяку? Вау! Ребята! Слушай, мы какие-то эти жестокие учителя. Нельзя так делать. Такая милая женщина электрошокером детей гасит и тушит огнетушителем. И нам за это дали, друзья, кофточку в цветочек. Представляете вообще жестяк? Полный жесть. Так, мы можем открыть науку, можем открыть ТВ и фильмы. А ну давай попробуем ТВ и фильмы. Ребята, сейчас будет у нас контрольная по знанию кинематографа, по знанию всяких разных фильмов. Так, мы наточили с вами 3 карандаша и засунем их сейчас с вами куда? 2 в ноздри, 1 в ухо. Правильно, поехали. Мальчик, нажмите, чтобы... Нарисуйте сцену с исторической драмы. Не, это с экшена, это не историческая драма, это 2. Правильно оценили, молодец, мальчик, свободен, учись рисовать. Ой, обиделся. Девочка, нарисуйте из какого-то научного фантастического. Да, это пришелец, правильно. Эй. Молодец. Да. Так, мальчик, и у тебя что? Из комедии ТВ-шоу. Нет, это же клоунано, ты чего? Это крестик. Я так перепугался, я аж крестик нарисовать не могу нормальный. Так, мальчик, иди броди. Ой, он обиделся. Господи, нарисовал клоуна. Я так долго рисовал, а вы, учитель, вообще не оценили моего клоуна. Так, найдите читера. Ага, смотрим, смотрим. Кто будет списывать, кто заглядывает и дергает за косички? Девочка по центру. Свободно, вон из класса. Заодно и в туалет схожу, хорошо. Так, а ну, о, прям на первой парте. Ну ты вообще смельчак, парень. Уходи. И кто же еще будет списывать, Лера? Так. О, вон девочка. Запалили. Есть! Попалась. О, нет, меня запалили. Родители в школу. Я супер глазастый препод, потому что, друзья, с биноклем. И нам дали с вами... Мы когда ищем учеников, которые списывают, так говорим, жик. Да. Наводим резкость. Так, мы прокручиваем и открываем следующие, друзья, кабинеты. Мы открыли какую-то останавливалку драк. То есть мы можем как-то сейчас по-особенному, друзья, разнимать драчунов, которые у нас любят подраться. А вот, кстати, и они. Ой, девочка с мальчиком. А ну, девочка, в контач ему. А как за девочку ударить? А я, короче, могу только останавливать. Да, друзья, разняли драку. И начинается следующий урок. Поддержите лайком эту серию. Если хотите продолжение, мы обязательно продолжим играть в этот симулятор школы. Смотрите все видео на наших каналах Максим, Плей и Геймс. Все ссылочки на них в описании. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Ведь мы все стараемся только для вас. Потому что у нас кто? Самый лучший. Мы всех очень-очень любим. Всем пока-пока. Берегите школу.